warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Всем привет, дорогие друзья, с вами Владимир, добро пожаловать на канал Эксперт. И в сегодняшнем видео я вам расскажу о том, что делать, если вы потеряли iPhone, как его заблокировать, отправить сообщение, чтобы нашедший телефон ваш, или это будет злоумышленник, который его украл, вам вернул и не воспользовался вашим iPhone. Все-таки что же делать, если у вас нету компьютера, чтобы заблокировать ваше устройство по функции найти iPhone? В первую очередь нужно включить найти iPhone, перейти, вот локатор у вас должен быть включен. Вот это самое главное, чтобы вы могли заблокировать ваше устройство и отправить сообщение, чтобы вернули владельцу. Нужно перейти в Safari, у меня здесь есть закладка iCloud.com, вот здесь вы пройдете авторизацию, я ее уже прошел. Нужно будет перейти в iPhone, то есть ввести ваш Apple ID, пароль и все. И вот здесь вот оно все дело сейчас пройдет. Жмем продолжить. Вот пользовательский вход. Так, тра-та-та-та. Разрешить. Получаем код. Окей. Ищем наш iPhone. Вот этот код мы просто можем получить по почте, введя через другой телефон. Вот у меня здесь показывается телефон. Вот он, местонахождение его будет. Здесь мы можем воспроизвести звук, режим пропажи, вот этот, либо же стереть данные с iPhone. То есть, если вы вдруг там не запароленный iPhone, вам нужно будет ввести на стереть данные, он полностью обнулится. Либо же нажимаем функцию режим пропажи. И здесь уже потом указываем наше сообщение, что нам нужно. Вот так вот все просто это работает. Очень комфортно. Я знаю, некоторые люди с этим сталкиваются. И я точно знаю, что это видео очень вам поможет. Поэтому, если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Оставляйте ваше мнение в комментариях. Ссылка будет в описании. Всем пока.